Меня зовут Руслан Голованов, я член ICCA и занимаюсь подготовкой студентов к экзаменам ICCA с 2014 года. Я расскажу, как сдать бумагу Advanced Financial Management. Advanced Financial Management, на мой взгляд, самая сложная бумага. Много новой теории, нужно освоить, как ее применять и выносить профессиональное суждение. А на экзамене протестируют всего процентов 35 из нее. Таким образом, выучив, например, 60% теории, можно прийти на экзамен и ничего не решить. Как быть? По нашему мнению, успешная сдача Advanced Financial Management строится на блестящем знании применения части B – Investment Decision. Это весь набор инструментов по работе с риском и неопределенностью. Модель Black-Scholes, Value at Risk, Adjusted Present Value и Modified Internal Rate of Return. Вторая составляющая успеха на экзамене – это доскональное понимание части E – Risk Management. Мы тренируем такие схемы решения задач, где вы можете получить до 100% марок на вопросах о деривативах. Части M&A и Financial Restructuring не обладают сложной теорией. Их сложность в другом – умение за отведенное время ответить на каждый вопрос более чем на 50%. Это возможно только если у вас есть типовой план решения. Мы готовим к экзаменам ICCA уже более 4 лет. У нас накоплен опыт, мы ориентируемся на лучшие учебники. После наших курсов у вас не останется открытых вопросов или белых пятен по учебному плану. Ежегодно в торжественном вручении дипломов членам ICCA есть наши выпускники, кто успешно сдал с нами Advanced Financial Management в качестве одного из последних экзаменов. Я желаю, чтобы вы присоединились к ним в следующем году.